Посмотрите, кто зашел. Гоэн Мазури. Гоэн Мазури – это топовый боксер. Он на третьей позиции первого среднего веса среди австралийцев. И сегодня мы будем с ним спарринговать. Скоро увидите новый шлем, новые перчатки и новый бандаж от Ultimatum Boxing. Да. Слушай. Мне дает большой заряд, и знаешь, что это мне дает? Уверенность. Вот сейчас спарринг, да, ребят? Вот так. Вот насчет психологии, кстати. Вот сейчас Слава задает мне вопрос, что, Серега, у тебя как есть? Ты как нервничаешь перед боем, там, перед спаррингом? Я вам говорю, ребят, чем больше у вас раундов спарринга, чем больше у вас боев, ну, хороших, правильных боев, к которым вы готовились, где вам кукушку не сбили, там, и вы не стали просто пробитым типом, да? Вы готовитесь к бою, вы готовитесь к спаррингу, и вы постоянно, когда это делаете, ваша центральная нервная система, она настраивается так четко и правильно, что тебе не надо особо сейчас переживать. Вот я это включаю, тумблер вот этот вот, тогда, когда вышел в ринг, и он у меня загорелся, я завел тачку в нужный момент. Да, многие не могут управлять этим, они сгорают до того, как выйдут на ринг. Они отдают всего себя еще до того, как будут драться. Я знаю, и устают. Слышал про такой adrenaline dump? В первом раунде у тебя вот этот вот адреналин, то есть другое, но у многих бойцов это происходит. И после первого раунда у них... Правильно говорить. И вот этот спад адреналина происходит, и упадок сил сразу огромный. Ты слышал про это такое? Да. Вот, кстати, прикольно то, что Каздамату говорил. Да, да. Он говорил про то, что контролируйте огонь внутри себя. Потому что если вы его на всю катушку врубите, он выйдет оттуда, все зажжет внутри, и вас тоже вместе с ним. Смотрите на нее. Опять баланс, да? Баланс. Все приходит в баланс. Итак, друзья, я вас приветствую всех. Вы все на канале «Братья Воробьевы. Путь к чемпионству». Меня зовут Сергей Воробьев. Это Вячеслав. Вячеслав Власенко. 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 Да, движуха. Мы постоянно куда-то едем. И вам желаю то же самое, ребят, делать, куда-то двигаться. Что у нас завтра? У меня завтра выходной. Проваляюсь-ка я на кровати целый день. Нет. Используйте с умом этот день. Используйте свой выходной с умом. Сделайте что-то такое, что запомнится на всю неделю вашу рабочую, если вы работаете там или и так далее. И то, и все, и другое. Использовал слово «типа». Слышал? Да. Это плохое слово. Ну да. Если бы я его не использовал сейчас, оно бы было, ну, звучало намного бы круче. Да, настоящие интеллигентные дипломатические люди, как можно сказать, они не используют, да, это... В своей речи, так сказать. Да, да. Они не используют лишних слов. Да. Они грамотно, доходчиво доносят информацию до своих людей. Так с матом это то же самое. Мы материмся много, потому что мы вставляем это как слова, потому что мы не можем подобрать правильного, подходящего слова. И тут-то в Австралии то же самое, кстати. Ну, это мое только мнение. Это общение типа уличных пацанов, на уровне уличных пацанов. А если вот взять там, да, вот посмотреть даже в фильмах, как говорят боссы, мафиози и так далее, они говорят очень красиво, они не матерятся, они сбалансированы, они говорят как настоящие дипломаты, интеллигентные люди. Так что я считаю, к этому надо стремиться, потому что если мы продолжаем разговаривать на уровне, как сказать, уличных пацанов, типа, это значит... Мы на том же уровне? Да, мы не поднимаемся, да. Мы должны, поднимаясь на уровень, мы должны меняться в лучшую сторону. Да. Все, что происходит на улице, не всегда хорошо. Это воспитывает ваш характер, ваше сердце. Делает вас людьми в какой-то степени по отношению к другим людям. Да, я просто хочу сказать вот именно, что нужно совершенствоваться. Нужно постоянно совершенствоваться. Так что я вот к чему призываю. Ну, вот с такой ноты мы начали этот выпуск. Я вам уже сказал, что вы на канале «Братья Воробьевы. Путь к чемпионству». А мы со Славой сейчас находимся в Австралии, а точнее в прекрасном солнечном городе Сидней. Сидней – это реально крутой город. Я еще не видел Мельбурн. Я еще много где не был в Австралии, но
хочу вам сразу же сказать то, что Сидней – это тот город, где мне хочется находиться. Кстати, насчет спарринга. Это будет Коэн Мазуди. Это топовый боксер, он на третьей позиции этого рейтинга первого среднего веса среди австралийцев. И хочу сказать, что это очень крутой боксер. И сегодня мы будем с ним спарринговать. Давайте вам сейчас покажу его в бокс-рэке сразу же. Так, зайдем через Тимофея, через моего приятеля. Зайдем в этот, да, в австралийский рейтинг и найдем Коэн Мазури. Инков 11 побед, 2 поражения и 1 ничья у него. Ну, позиция неплохая в мире, 41-й, 3-й номер в Австралии. 27 лет, его рост 180 сантиметров, мы примерно одного роста. И, ну, будем смотреть. What are you doing, bro? Yeah. Hello? Hey. Уи-хи! Пихва, пихва. О, давай. Тоже немножко сахарка и витамина С. Пихва? Да. От него аж так, от кислоты так, знаешь? Да, я знаю, о чем ты. Hi. Hello? How's things? How you going? How's it going, mate? How are you? Hey, bro. Hi, how are you? What's going on? What up? Hello. How are you? Ivan Drago. How are you? Good. Yeah. Tony. Non so quello che devi fare. Tu vieni, vieni, vieni. So. Via. По-итальянски говорит. No. Шакур Стивенсон. Шакур Стивенсон. Что такое у нас, кстати, у русских есть такая привычка не перебивать, да? Да, да. А тут типы могут подойти, и там, короче, ты с кем-то общаешься, они могут тебя плечи. А ты ждешь, пока он потрещит, да? Ну, он сейчас, Тони. Давай, Тони. I didn't want to interrupt. Тейп, Тони, тейп. Good тейп. You like it? Yeah. Very. Good supplies. White color. Yeah. Soft. You like it? Yeah. Yeah. Good. Посмотрите, кто зашел. Коэн Мазури. Professional boxer. I love it. I love it. You should be my introduction. Good. Коэн здесь. Тони. Not healthy. No, not healthy food. It's Кстати, у ультиматума новая, ребят, новые модели. Вот это все Gen 5 Pro, там вот это все Gen, это все уходит в отставку. Скоро увидите новый шлем, новые перчатки, новый бандаж от Ultimatum Boxing. Distance from the first round. Relax. Catch. Distance, catch, watch, distance, reaction. Next round we come back and talk. Catch, distance, pa, counter, pop, boom. We do everything that we learned from the first round, starting the second round and all the way through, yeah? Боксерские термины вообще понятны всегда. Он говорит, ты учишься в первом раунде, да, а потом мы продолжаем, типа, от этого отталкиваться и да. Да. Слушай. Соперник готов. Резкий джаб. Какая метка. Пропустил.
And then reverse. Второй раунд пошел. Round, round, eight, round, ten. Ногой коснулся, все, сразу. But not now. Uh-huh. You move, yeah? And then, hey, second attack. Four stem here. Yeah? Round, поехали. Now!
очень красиво отработали этот парень. В шестом раунду. Из вчерашней сессии окисился. Last round. Когда я буду фреш, это я нагруженный. Вчера мы три. Но все равно отлично, я чувствую. I feel it strong. Yeah. Yesterday was a good session. But next week I have a self confidence. Oh, good. Лепсу для меня найдет на следующий. Sets? Makes sense, yeah. Я верну. Стой секси. Стой секси, брат. Вот так должно быть между тренером и учеником. Professional, but at the same time. Friend. Like, true. Yeah. Кое-что показываю. Go on, good, bro. Мазури, Квен Мазури. Mutual respect between the fighters. Number 9. Number 9? In Australia, number 3. Третий номер Австралии. Good, Ванчо. My next opponent, Wade Ryan. Wade Ryan, yeah. My former opponent. Скажи ему, что он мне дал подсказки, что с ним делать. Спасибо, благодарить его за это. He's saying thank you for giving you tips, giving him tips for the next fight. Thank you. When we spar more, we get closer. I'll box southpaw for you. Uh-huh. I can do a bit southpaw. Yeah. No, in his mess. Nah, here and here. Yeah, but say here. Only left. Yeah. Okay. Uh-huh. But you're doing very long. Long? Yeah, wide right. It's good. Hey? Not wide right. Yeah. You're like I think so, yeah. Я вам когда говорил про его рекорд, по версии BoxRec я вам говорил. Саня сейчас сказал то, что... То ли WBO, WBA, восьмое место. Восьмое место, он в топ 15. То есть вы понимаете, пацаны, он уже точно драться не будет. Ни Махони, ни он точно. Он упал от Бугимена. Ага. Прозвище у этого типа, с которым я буду драться, Бугимен. Бармалей, короче, это переводится, Бугимен. Вэд Райан, он такой лютый, ему 33 года. У него 20-11, я вам подробно расскажу про это. Не делайте никаких поспешных выводов. О, мешка взяли. 20-11 рекорд. Я вам про него расскажу и покажу, кто от него падал. Даже Тимофей Дзю от него завалился. А вы не видели, чтобы сюда попадал Тони? Тони Дель Векио. More, Тони. Oh! Three! Shane! Three is a magic number! Whoa! I told you! Okay, Tony, you know what? What? You know what? I know what. What? You know what I know? Yeah. I know that this fucker, we gotta forget about this shit. All right? And understand that we just gotta keep boxing. Yeah! Stay sexy, baby. Это Тони собака. Тонина собака. Посмотрите, какая получается. Oh, no. Посмотрите, какая собака. Какая собака. Ой, Бобби, come here. It's Monday. Monday I'm going to kick your ass. Yeah. Don't worry about the shit. Keep boxing. Stay sexy, baby. Stay sexy. Let's do it. Let's go get some. Thank you, Tony. Thank you. Chuck. Good to see you, man. We good? Bobby, we going? Yeah.